должен пожертвовать собой, мы вдвоем не сможем выкарабкаться с Жеком. Пожертвуй собой! Нормально, нормально. Нормально. Сколько? 25 тысяч лайков! 25 тысяч лайков! Ну вы, ребята, конечно, молодцы. Из-за того, что мы набрали столько много лайков, мы с Жекой решили выпустить еще одну серию, да? Пластилиновых человечков, да. Поэтому вы знаете, что нужно делать. Вы знаете, что нужно делать. И бить огромнейший палец вверх прямо сейчас. Давайте, ребята, каждый, кто влепит сейчас лайкосик на этот видос, тот поспособствует тому, чтобы вышла еще одна новая серия пластилиновых человечков. И также Дедушка Мороз, который вот там стоит. Вот там. Дедушка Мороз подарит вам крутейший подарочек в Новый год. Айфончик. Или еще что-то. Неважно, неважно. Главное, влепите лайкусик. Выйдет новая серия. У вас будет зашибенский Новый год. А мы с вами будем начинать. Поэтому погнали! Жека, 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 Жека. Туда идёшь, туда идёшь. Всё, успокойся, успокойся. Я с тобой еще не договорил, я с тобой еще не договорил. А я с тобой даже разговаривать не хочу, поэтому не трогай меня. Я сегодня Дед Мороз, понимаешь? Я сегодня твой Дед Мороз. Я тебе подарок принес. Подожди, да, я тебе хотел подарок показать, Эдисон. Я тебе просто подарок один у меня хороший есть подарок. Вот, видишь, смотри, где? Вон в небо, смотри, видишь небо? Чё ты там ничего не видишь? Ничего не вижу, иди сюда! Что, думаешь, ты меня только одного сможешь уронить, а? Ну все, в общем, Жека, я предлагаю сразу дальше потопать, потому что не нужно медлить, понимаешь? Эдисон, у меня проблема, я немножко... Просто, понимаешь, знаешь, какое сегодня число? Какое, 19? Я тоже не знаю, неважно, сегодня 1 января. Мы из будущего. Вот, я опять немножко пьян. Чё за хрень, Эдисон, я не могу допрыгнуть! Ну ты давай прыгай! Я уже жду тебя тут, Джека, давай! Спина зачесалась, сейчас погоди. Да, все нормально. Спина зачесалась, ну хорошо. Ты куда там от меня упрыгал? Вот, что ты думал, я тебя ждать буду? Куда ты там от меня ушел? Подожди меня. Давай, я уже тут, Джека. Эдисон, подожди меня! Хорошо. Ну, Эдисон, реально, подожди, я сейчас... Ты видишь, где я вообще? Жека, тут шайтан-машина еще одна есть. Я тебя поздравляю, но я еще на карте. Так, хорошо. Подожди. Ты там уже, ты что-то смотришь, да? Ты давай, звуковое сопровождение, пока я прыгаю, давай. Не, ну какое-то фиговое звуковое сопровождение. В смысле, тут такая музычка. Тирень, и все. Я пришел. Не, слушай, шайтан-машину. Эдисон, помоги, я застрял. Там надо самому забираться, понимаешь? А, вот так, нифига. Давай, да не надо меня толкать. Да отпустись хотя бы, нет? Нет. Давай вместе. Жека, не надо, отпусти меня. Отпусти, не хочу с тобой никуда залезать. Подтягивайся, пожалуйста. Давай. Жестоко. Это прикольно. Да давай ты залезай, уже заколебал, дебил! Давай! Сложно-то как, сложно. Да подожди! Вон туда? Вот туда. Или вон туда. Там шайтан машина. Нет, кстати, не надо, явно не надо. Давай, забирайся. Да куда? Какую шайтан машину? Мне кажется, нам сюда нужно. Да, ну давай, ты плати туда, я пошел в другое место. Ну давай! Да как сюда забраться? Так, хорошо, да. Хорошо, смотри. Ну, хорошо. Я ставлю руку вот так, и давай, подтягивайся, давай! Да, здесь... Угу! Так можно? Смотри, какой я жестокий, Жека! Как ты это сделал? Давай, миленький мой, подтягивайся. Я не понимаю, как ты так подтягиваешься. Я тоже сейчас не понимаю, смотри, я второй раз уже не могу. Ты мне не поможешь забраться, пожалуйста? Да я сюда не могу забраться, подожди. Я почти, вот видишь, я просто меня за голову схвати меня, пожалуйста. Иди сюда, иди сюда! Давай. Ты должен отпуститься, вот. Вот, отлично. Так. Смотри, показываю один раз. Как? Ой. Когда ты сделал? А вот когда? Я научился, Жека! Нет!
Эдисон! Эдисон! Что, ты упал прям? Что? Нет! Мне нужна помощь, срочно! А, я не буду спускаться! Не-не-не-не! Ну, у меня тут проблемы, я в самый низ сейчас упаду, если ты мне не поможешь. А я на самом верху уже. Ну, ты меня не спасешь? Зачем ты мне нужен? Зачем ты мне нужен? Я не так далеко, просто мне нужно руку подать, понимаешь? Рука подать. Помоги мне. Тихонечко. Я не могу, Давай, Иди сюда! Давай! Ну, давай, ты отпустись, ты должен отпуститься. Я отпустился. Я не держусь. Охренеть. А, вот все. Ну, давай. Опа, вот так. Да хорошо. Не, погоди, здесь у меня проблемы. Так, давай ты будешь помогать просто. Ты меня заколебал! Иди сюда! Иди сюда, свою бошку сюда, ты сюда. Бошку сюда, подтянись. Сейчас. Давай, подтягивайся. 10 минут, один уровень проходить! Давай! Наконец-то колебал! Давай, берешь такой, смотри, опа! Подтянулся такой, да ты заколебал меня, чувак! Опа! И такой, и все. Изи, понимаешь, тут все изи, Жека. Да, изи. Назад. Все, я тут. Молодец. Так, я справился. Хорошо. Так, мне кажется, нужно дальше это двинуть, нет? Давай, двигай. Давай. Потихонечку. Да, еще нужно. А тебе нам разве не сюда нужно? Смотри. Опа, потом. Куда? Опа. Зачем? Тут есть проход. Да, там есть проход. А я вот так! Ты прав. Ты был немножко прав, понимаешь? Ты дурак? Да, я дурак. Да подожди, отпусти меня! Да отпусти меня, я хочу поспать! Вставай, ой. Все, до свидания. Нет! Что ты там сделал? Я напрыгнул. Да, я в жопе появился, подожди меня. Сержантисом, подожди меня, пожалуйста. Да, я тебя жду, хорошо, жду тебя. Победитель! Забирайся, падла. Давай, Жека, давай, я уже заждал, я тебя тут буду на верхушке ждать. Ну да ты как бы не ждешь, ты идешь дальше. Я жду тебя. А-а-а! В смысле? Это тебя, понимаешь, это... А, это кара небесная. Что-то я не понял, как эта хрень работает, типа ты так бежишь. Это качелька, понимаешь, это качелька. А, вот оно как работает. Ясно. Давай, Жека, забирайся, я тебя буду ловить, дай! Я тебя ловлю! Так, давай, прыгай на меня! Что-то как-то не так. Не, так не получилось, Да, забирайся, да, молодец. Так, это спринт. Беги, давай, я тебя жду. Давай, я тебя ловлю! Иди сюда. Так, Жека, что сейчас делать? Толкай. А мне кажется, нужно залезть вначале. Не, как ты так высоко не залезешь? Я что-то толкаю и залезаю, непонятно, что я делаю вообще. Смотри, что ты делаешь? Я, кажется, немножко не попасться. Понятно. Смотри, у меня кое предположение, да? Смотри, сейчас давай за мной. Смотри. А что-то. Опа, эту хрень, опа, вот так обратно. Потом такие. Разгончик такой, смотри, такие. Опа! Я забрался. Да? Да. То есть мне за тобой идти? Да. Да. Хорошо, я бегу. Я бегу. Так, сейчас погоди. Да, вот так. Все верно, компаньон, давай! Давай! Молодец, давай. Отлично. Изи все как. А, далее. Нифига ты жесткий. Это прям уже какая-то игра супер такая жестокая, знаешь, началась. Реально, первая серия, мы просто угорали, и тут вообще, в принципе, ничего сложного не было. А тут уже такое хардкор, да, давай, Жек, я тебя... Нет, только не падай вниз, пожалуйста. Нет, Жек, пожалуйста. Я не могу. Давай, потихоньку. Не залезай дальше. А!
Ой, пьяный мастер, кунг-фу мастер, подожди. Сейчас тебя вытащим, иди сюда. Иди сюда, башку свою дай красную. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой, держись, 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 кунг-фу мастер. Ой-ой-ой, это что-то я устал. Да, я... Ты устал? Да все, 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 взбодрился. О, приземлился. Тебе не больно? Нет, нормально. Давай, как эту дверь нахрен. У вас ключей нету, ключей нет. Ключей нет, а мы и так зайдем, взломщики, воры, понимаешь? Ох ты ж, смотри, Жека, новую серию, давай наш посмотрим. Так, погоди, 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 я не сел, а как сесть? Ой, ой! Подожди, подожди, короче, это мой диван, я тут прилягу. Хорошо. Манал его сраный телевизор в жопу его, собака! Я пок... Собака, щелая, собака! Выход, выход, Джека, выход, выход, выход! Ай-яй! Я не думал, что он обрыв сразу! Не открывает дверь и меня сразу скидывает вниз! Это было больно, Так, подожди, я знаю, что делать, Берем эти штуки такие, да? Нет. И разбиваем ими стекло, нахрен, туда-сюда! Нет? Нет, мы берем... И отрываем это все, понимаешь? А, видишь, как можно тут... отрывать? Нифига себе. Видишь, как тут работает? Я вот так давай, вот, давай, дальше, проход, давай. Пьяный мастер, ох ты. Вот, вот туда, да. Вот тут смотри, берем огнетушитель такой, ёпты, ой! Подожди, подожди. А ну, давай, что ты там делаешь? Не-не-не, ты вставай туда, залезай в эту штуку. Да? Да, залезай, залезай. Залезай! Все безопасно, все безопасно! Да, да, давай! Да. Так, хорошо, хорошо. Давай, давай, ты справишься. Давай, терги тут. Но... Нет, мне кажется, так не работает. Давай, давай, ты сможешь просто... Скажи, хватайся, хватайся! Молодец, молодец, молодец! Так, теперь я тебя вот так вот сюда... Оп-оп-оп-оп! Как я должен дальше забраться? А, нет, видишь? Да, вот так бы. И так даже можно было. Так. Аааа! Потопали дальше, Жека! Так, погоди, погоди, погоди. Так, о, это Рэкин. О, это мое хорошо. Ты мне поле обзора! Подожди, где? И ты где? Я тут. Так. А, я кажется понял, я понял. Да, нужно эту штуку подвинуть. Не-не-не, так мне кажется, не получится. А, получится? Опа! Так, погоди, погоди, погоди. Давай, видишь, пьяный мастер, пьяный мастер. Молодец, видишь, смотри, какой молодец. Подожди, Жека, мне кажется, тут что-то можно сделать. Давай, залезай. Ты же у нас тракторист, или я тракторист? Кто тракторист? Я не знаю, я точно тракторист. Давай, ты будешь залезать, нет? Я залезаю, ты подожди. Тут главное, просто понимаешь, главное не переживать. Главное вообще ничего не переживать. Потому что Евгений мастер этой игры, если ты не знал. Вот так он берет такой, оп такой. Подтягивается, давай. Молодец, какой молодец. А что я делаю вообще? Стену ломаешь! Так, мне все же интересно, что тут сверху есть. Вот тут, в этом здании, Жека. Какую-то разрушенную постройку. Разрушенную постройку забираюсь. Может, ну ладно, ты меня потом покатаешь на шарике, хорошо? Конечно, конечно, все будет. Я тебя ловлю на слове. Естественно. А что там на крыше? Что там на крыше? Мусорка! Нет! Нет! А мусорка там стояла, но... Да, прикольно. Чего такое? Смотри, куда я запрыгнул, Жека! Фига! Эдисон, иди сюда на 2 секунды, пожалуйста. Куда? Да там ничего интересного, иди сюда. Что? Иди ко мне, садись в трактор. Да какой трактор? Что тебе надо? Ну пожалуйста, сядь в трактор. Жека, мы тут уровень! Мы уровень можем пройти этот на изи вообще! Ну нет, но без трактора не уйду! Да мы еще вернемся, я тебе обещаю! Нет, давай, ты мне вначале прокатишь, а потом мы сделаем то же самое, давай. А ты дебил. Садись. Все, поехали. Куда? В какую сторону? Не знаю, какую-то. Все, он застрял. Нет, видишь, все, поехали. Ага, вот. Я просто на нем стою. Так, не, подожди. Ё-моё, что происходит? Что такое? Что? Я не знаю, Рус, ёпты! Брат! Ай-яй-яй-яй! Аномалия, 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 аномалия!
Эдисон, я немножко не это имел в виду. Я немножко как-то меня колбасит. Понимаешь, немножко колбасит. Она как-то сосиску какую-то превратилась. Ты меня тут бросишь? Да. Я немножко. Я тут немножко над пропастью. Да я специально там остановился, Жек. А, да? Дебил. Зато покатался, я рад. О, Шандерагл. Все, поколбасился? Ты рад? Да, моя душа спокойная. Ты рад, да? Да. А что нам дальше делать? Я не знаю. Попробуй перепрыгнуть. Изи! Изи! Так, Ну, я тоже почти перепрыгнул. Ой, не обращай внимания, я просто. Ой, никто не видел это. Подожди. Подожди, Жека, тут у меня проблемы. Все, никто не видел. Жека, да. Смотри, видишь там вот это, да, притащи сюда. Да, я уже понял. Я понимаю все просто без слов. Нет, подожди, что я не понимаю. А зачем, если дверь открыта? Дверь открыта. Дебил, дверь открыта. Я. Какая дверь открыта? Она была уже открыта! Понимаешь? Я ничего не понимаю. Она изначально открыта была, вот эта дверь! Вот эта дверь открыта была, понимаешь? Вот это! Эта дверь открыта была, вот эта, которая... Наркоман! Дебил! Дебил! Так, что тут дальше? Рычажок. Ага, нужно эту штуку сломать. Я понял. Опа! Молодцы какие! А что дальше? Я открываю тебе проход. Давай, заходи. Беги! Беги! Я бегу! Я бегу! Спасайся! Ой, шатает меня! Жек, а я? А что дальше? А я? Ага. Да, зашибись. Так, сейчас будем думать. Сейчас будем думать, что тут нужно сделать. А ты где? В смысле, что нужно сделать? А меня? Да подожди. Чё? Нет. Так, Жек, тут проблемка есть. Какая проблема? А как я двери тебе открою? Не знаю. Попробуй подпереть этими желтыми хренями. Подожди, дай сюда. Давай, быстрее. Это моё. Все по фэншую должно быть. А ну давай попробуй. Пробуй сейчас. Ага. Нет! Да, если бы оно так работало, а игра не такая продумана. Я не знаю, что можно сделать. Я тоже вообще не понимаю. Все! А мне что делать? А все! Все, ты надо мной издевался, да? Все. Ну ладно, я найду способ туда забрать. Ага, так, хорошо. Я нашел способ, как перепрыгнуть, но я не нашел способ, что дальше делать. О, нормально. Я появился там, где нужно. И зачем этот мост вообще? Второй! Просто умри, и ты появишься там, где надо. Где? За дверьми. Да? Да. Баги, читы! Так не работает, это Жека, так не работает. Так, смотри, ты где? Ты где? Не падай на меня, только на меня не падай. Вот. Смотри, Жека, смотри. Иди на вот эту хрень, запрыгай. Дебил. Хорошо, тогда по-другому. Толкай меня! Да ты что, извращенец, суицидник, да что ты сделаешь? В смысле извращенец, я понял. Извращенец издевался надо мной. Вставать просто не хочет, понимаешь, пьяный персонаж мой. Давай, толкай. В другую сторону, да, толкай. Какую, вот в эту, да, сторону, в эту? Нет, в другую. Вот в эту. Толкай. Ой. Эдисон, у меня проблемы. Эдисон, да, все. Эдисон, у меня проблемы. Все верно. Вот так и стой. Да, ничего даже не рыпайся. Стой на месте, даже ничего не делай. Ты молодец, Жека, ты выполняешь отличную работу. Я понимаю, я знаю. Я сам. Молодец. Сейчас в другую сторону меня. Давай. В другую сторону. Давай. Ты справишься, давай. Давай, сейчас все. Какой силач, смотри. Еще. Еще. Ты перевешиваешь, понимаешь? Так, вот так. Так, смотри. Еще такие вдвоем такие берем. Опа!
Опа! Поехали, поехали! Так, ага, начинается эта фигня. Подтягиваемся! А, не-не-не-не, только не падай, только не падай, только не падай. Жека, я говорю, только не падай. Только не падай, и ты упал! Получилось. Так, получилось. Ой. Правишь, я тут тоже с одной... Так. Все, до свидания. Жек, я не знаю, что делать, я не знаю, что делать! Не, на самом деле я как бы в правильном направлении иду. Вы закончили? Подожди. Подожди. Да дай сюда, у меня есть план, отпусти! Не надо. Вот смотри, может эту хрень нужно поставить вот в эту? Зачем? Ну как бы оно грузит камни, а у меня есть камень, все логично. А зачем нам этот камень? Чтобы нам забраться внутрь этого здания. Типа перевес, оно спустится немного, понимаешь? Ты что, типа гений такой? Ну давай. Давай, я тебе его... Ты давай заберись, я тебе его дам. Да подожди. Нет, не камень, не камень. Давай. Оп, молодец. Это все круто. Выпустите! Выпустите! А что мне дальше делать? О, Жека, можешь меня передвинуть туда, пожалуйста, к этому окну? Ага. Давай. Не раскат, тихонечко. Изи, тихонечко. Ага. Да, подожди. Еще ближе можешь чуть или нет? Или это максимум? Он уже бьется вроде. Ура! Ёпера СТ! Не туда! В смысле не туда? Открыто достижение не туда! Не туда. Вы что издеваетесь? То есть мы сейчас полчаса палили, чтобы не туда забраться? Нормально. Подожди, у меня тут есть огнетушитель, Жека. Сейчас что-то будет. Вот это круто. Разбей стекло. Да. Нам это явно поможет, Эдис. В скобочках нет. Да. А-а-а-а! Разбил. Смотри, Жека, подожди. Ты где? Жека! Я тебя спасу! Куда? Где ты? Куда мне идти? Подожди, я сам пока не знаю, где. Да что ж так сложно забираться на эту хрень? Еще одна стена стала на пути, не слишком проще. А-а-а! Вот оно шо! Я понял! Вот мы не юзаем шайтан машины и ни хрена не понимаем. Эдисон, давай камнями разобьем ее и вот, короче, будет очень круто. Думаешь? Я все разбил. Изи. Да ты заколебай! Я ненавижу эти подтягивания! Так, смотри, Жека. Че, я не знаю, где ты даже. Ты думаешь, две стенки разбил и дальше? Подожди, ты думаешь то, что я не там, где нужно? Я не знаю, где ты вообще даже. Так. Где ты? Hello, motherfucker! Где ты? Наверх посмотри! Это что за магия? Эдисон, а как ты там реально ощутился? Я всю эту карту прошел. Нет, Эдисон, ты понимаешь, чтобы туда пойти, там секретный проход, секретный пароль. Все, я заколебался уже играть в эту хрень! Нет, подожди, стой. Тут, короче, я охранник этого здания. Чтобы туда войти, нужно поставить лайк, Эдисон, ты понял? Все, хватит. Лайк, да, лайк точно нужно поставить. Вот именно, даже не послушал меня, понимаешь? Лайк нужно поставить, поэтому, ребята, ставьте лайк. Прям сейчас так. Я тут буду стоять и никого не пущу, пока не наберем 15 тысяч лайков под двумя видосами. Да, поэтому ставьте лайк, если хотите продолжение. Уровень какой-то слишком длинный. Я вообще даже не ожидал того, что он таким длинным будет. Поэтому, подожди, где? Ебой! Ставьте лайк, подписывайтесь на наши каналы, если хотите продолжение. Что ты делаешь? Уходи. Я к тебе. Нет! Спасибо всем за просмотр. Всем удачи и всем пока. Покедова.